ходе рейда полицейские и представители районной управы проверили три точки, торгующие алкогольными напитками. В одной из них выявили нарушение законодательства. Лицензия у вас есть на продажу алкогольных напитков? Вы торгуете всеми видами алкогольных напитков, всем, чем можно. Вот, пожалуйста. Лицензия есть? Нет. Гражданин Узбекистана продавал алкогольные напитки без лицензии, без каких-либо документов, без кассового аппарата. И у него отсутствовало разрешение на работу. По результатам проверки полицейские изъяли алкогольную продукцию из нелегального оборота. Алкогольная продукция с продажи изъята, оформлены административные протоколы. Будет проводиться проверка, и материалы проверки будут направлены в суд для принятия решений. Екатерина Фойкачева, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».